Всем привет! Специально для вас рецепт настоящей оригинальной израильской тхины. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы не пропустить следующее видео. Итак, тхина, также известна как сезамовая паста или кунжутная паста. Распространенная на Ближнем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени. Ее добавляют как необходимый компонент ко многим блюдам, например, к фалафелю, к хумусу. Кроме того, она служит основой для многих соусов. В состав тхины входит перемолотое семя кунжута 100%. При использовании пасты разбавляют водой до консистенции жидкой сметаны. Добавляют лимонный сок, соль и чеснок, а в различных регионах к основе добавляются еще и различные сиропы или другие добавки. Классическая закуска хумус изготавливается на основе нута и тхины. Тхины хорошо известна в кухне арабских стран Ближнего Востока и Израиля, где ее называют тхина, в соответствии с тем, как ее называют арабы. А также Греция, Кипр, кипрские пирожки с тхинами, тхина пита, особенно популярны во время Великого Поста. Часто в тхину добавляют оливковое масло, лимонный сок, чеснок, молотый кумин, красный перец, петрушку и используют в качестве подливки или просто подают с питой или хлебом. Тхинная масса используется для приготовления многих восточных сладостей, в том числе одной из самых известных – халвы. В японской кухне тхина из обжаренного кунжута в основном применяется в качестве основной составляющей популярного соуса гомодары. История тхины. Старейшее упоминание тхины можно найти в клинописных инструкциях, написанных около 4000 лет назад, которые описывают обычай подавать богам кунжутное вино. Древнегреческий историк Геродот упоминает о выращивании кунжута в районе рек Тигр и Евфрата. Эти семена в основном использовались в качестве ингредиента для приготовления кунжутного масла. Тхина как ингредиент упоминается при приготовлении хумуса еще в рецепте поваренных книг многих-многих веков назад. Является ингредиентом в некоторых китайских, корейских и японских блюдах. Тхина используется в некоторых версиях рецепта сучиананской лапши. Сезамовая паста также используется в индийской кухне. В Соединенных Штатах кунжутная тхина наряду с другими видами масла и орехов появилась в продаже в 1940 году в магазинах здоровой пищи. Вам понадобятся следующие ингредиенты. Семена кунжута 8 столовых ложек. Масло растительное, желательно оливковое, без запаха, 2 столовые ложки. Сок лимона, 1 столовая ложка. Соль по вкусу. Кунжутное масло, желательно, 1 чайная ложка. Готовим следующим образом. Проколить семена кунжута на сковороде до золотистого цвета. Дать остыть. Затем перемолоть их в блендере или кофемолке. Добавить остальные ингредиенты, тщательно перемешать. Если паста получилась слишком густой, добавьте еще масло. В получившейся пасте добавьте по вкусу молотый кумин, красный перец, чеснок, петрушку. Готовьте тхину из блюда на ее основе и будьте здоровы. И не забывайте, что если вы хотите отведать настоящей израильской кухни, она без тхины не обходится. Кстати, самое вкусное блюдо с тхиной – это баклажаны с тхиной. Попробуйте. Приятного вам аппетита!